4 сентября прошло открытие Исламской академии в Болгарах. В церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов, государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шамиев, полномочный представитель президента Российской Федерации Михаил Бабич, руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Напомним, что Рустам Миниханов подписал указ о создании Болгарской Исламской академии в ноябре 2015 года. Создание академии поддержано президентом России. Задача академии – подготовка высококвалифицированных имамов, которые должны стать продолжателями отечественных богословских традиций. Роль КФУ в создании академии велика. ВУЗ совместно с Российским исламским институтом оказывал методическое сопровождение деятельности нового учебного заведения. Кроме того, КФУ и РИИ участвовали в отборе преподавателей для академии. На открытии первые 36 учащихся Болгарской академии получили студенческие билеты. 26 из первых учащихся вуза – магистранты, 9 – докторанты. При поступлении студенты сдавали тест на знание арабского языка, включая написание эссе на арабском, а также на знание исламского права. В академии будут читать лекции преподаватели из арабских вузов, поэтому знание арабского языка очень важно. Обучение бесплатное. В зависимости от успеваемости студенты будут получать стипендию от 3 до 10 тысяч рублей. Аурелия Сташкова, Универньюз.